еще месяца не прошло с момента нашего прошлого включения, скажем так, с бассейна. И мы видим, что уже полностью произведена выемка грунта из котлована, устанавливается дренажная система, установлены колодцы. Сейчас также продолжается завозиться на строительную площадку материалы, завезено большое количество арматуры для вязки фундамента, чтобы потом можно было заливать бетон. В ближайшее время, в марте, мы начнем именно уже обустройство фундамента. Это заливка первого бетона, это будет сначала вязаться арматура, потом заливаться плита. Конечно, работы еще очень много. Хороший темп набрала компания, которая у нас выступает кондиционером. И я уверен, что у них получится сделать красивый, качественный спортивный объект и уложиться в заявленный срок.